как сделать место, в котором мы живем, более красивым и комфортным? Какую роль в управлении МКД играет совет многоквартирного дома? И могут ли принимать участие в благоустройстве территорий собственники жилья? Во всех тонкостях этих вопросов нам помогут разобраться региональный куратор регионального центра поддержки председателей советов МКД, ТСЖ и ТСН «Мой дом» Ирина Кочуева и руководитель государственной жилищной инспекции Самарской области Виктория Каткова. Смотрите нас в эфире телеканала «Самара ГИС» в четверг, 28 октября в 20:30.